В минувшую субботу в Сморгоне прошла весенняя сельскохозяйственная ярмарка. На прилавках был представлен широкий ассортимент продукции. Каждый покупатель нашел товар по душе. В субботу с самого утра на улице Якуба Колоса развернулась торговля. Весенняя ярмарка «Сад, огород, дача» собрала много жителей и гостей Сморгони. Свою продукцию предлагали торговые организации, садоводы-любители, хозяева частных подворий, индивидуальные предприниматели. Некоторые продавцы приехали из Ашмян, Новогрудка, Самохваловичей и других уголков республики. Ассортимент товаров, предложенный покупателям, был довольно широким и разнообразным. Впрочем, как и обычно во время таких мероприятий. На ярмарке можно было приобрести саженцы, цветы, продукцию пчеловодства, семена, свежие овощи и фрукты, сувениры ручной работы, сельскохозяйственный инвентарь и многое другое. Приезжаем в Сморгонь уже лет 10 на ярмарку. Люди приходят за саженцами, за картошкой, там овощи, фрукты купить. Как выращиваете? Расскажите немного. Ну, свое хозяйство, 1,5 гектара земли. И вот рядом с Махалачами деревня Слобода. Сортаж все разные. Ну, что-то часть там в нашем институте в Самохалачах, они выводят сорта, там какие-то новинки у них берем. Ну, а так... Что-то у людей увидели, там взяли. Что больше всего пользуется спросом у людей? Ну, если я продаю цветы и овощи, то овощи больше, цветы меньше. А так все, и огурец, и морковка, все. Хорошие семена, качественные, чтобы хорошо всходили. Ну, пока еще покупают мало, холодновато было на этой неделе. Ну, я думаю, сначала середина апреля начнется движение. Мы предлагаем мед. Мед в банках, мед в рамках. Забрус у нас есть с собой. Так что по меду. Это гражданский мед. Ашмянский район, деревня Гравжишки. Там находится пасека. Те, кто попробовали мед, даю визитки. Ну, считал так приблизительно, более 5000 визиток уже раздал. Мед уехал и в Америку, в разные места, в Израиль, Голландию, Германию. Россию уже не считаем, это своя страна. Поэтому меда много. Лук, перо, редиска мы тоже занимаемся. Мы занимаемся с 88 года. Стараемся вырастить чем пораньше. Чтобы люди хотят уже салата свежего, витаминов. Потом мы садим помидоры, открытый грунт. Очень часто мы приезжаем в Сморгонь, здесь торгуем. Вот, потому что находимся как соседи. Огурец садим, открытый грунт. Капуста ранняя, поздняя. Картошка. Вот, картошка. Ну, вот все, что растет в Беларуси, то мы выращиваем. В Сморгонях очень место хорошее, да, для проведения ярмарки. Удобно, свободно, очень удобно. Вот. Мы очень довольны. Торговлей были довольны и продавцы, и покупатели. Наибольшим спросом пользовались саженцы плодово-ягодных деревьев и кустарников. Перед началом дачного сезона такой товар очень востребованный среди садоводов. Также хорошо разбирали свежие овощи и фрукты. Каждый покупатель на ярмарке нашел нужный товар. Что вы сегодня на нашей ярмарке купили? Яблоньки купили. Дома сад, старые яблони. Вырубили. Вот на это место будем садить молодые. Картошечку, лук, огурцы, лук, редиску. На ярмарке, мне кажется, тут чашеньки вырастили лучше. Без удобрения, меньше удобрения, поэтому более естественно. Лаванду хотела давно, вот купила. Не знаю, как, правда, за ней еще ухаживать, но интернет поможет. Купили что-нибудь из посевного материала. Огурчики, помидорочки потом подрастут. Ну, как обычно, морковка, бурачок. Приезжают люди, хорошо, что приезжают. Показывают то, что они умеют. Пусть показывают. Кто-то выберет, кто-то присмотрит. Так что пусть будут покупатели, ну, у продавцов, которые продают свой товар. Весенние и осенние ярмарки в нашем городе стали традиционными. Такие мероприятия давно показали свою эффективность. Они очень удобны для населения района и для тех, кто реализует свою продукцию.